Детская площадка, возведенная на пустыре в районе улиц Березовая и Раменская, самая большая из подобных в Сарове. Площадь, которую она занимает, более 300 квадратных метров. Выложена площадка специальным прорезиненным покрытием. Место под застройку было выбрано с учетом строительства в будущем на этом месте общеобразовательной школы. Во внимание также приняли и мнение жителей этого района. Сделана она по инициативе или с участием депутатов и по инициативе жителей микрорайонов в рамках программы благоустройства. Стоимость этого всего удовольствия больше 2 миллиона рублей. Очень надеемся, что будет востребовано жителями. Сквер красивый, хороший, с дорожками, со скамеечками. Здесь же и пожилой тоже контингент. Поэтому хочется, чтобы здесь все благоустроено было. Масштабный проект в рамках программы поддержки местных инициатив реализован и в ТИЗе. Здесь заасфальтирована часть дорог и подведена центральная канализация. Проезд лавины. Общая протяженность канализации на этом участке составила порядка 280 метров. По улице Новой порядка 260. Общий метраж 540 метров. Всего в Сарове по программе поддержки местных инициатив реализовано 8 проектов. В разных районах города отремонтированы тротуары и бордюры, появились парковки во дворах, спортивные и детские площадки. Вы видели все эти объекты, вы видели, что практически все работы выполнены. Осталось буквально вот здесь доделать работы. Общий объем средств, которые мы израсходовали из бюджетов разного уровня, городского, областного и федерального, составил порядка 55 миллионов рублей. В 2019 году программа поддержки местных инициатив продолжит свою работу. Для того, чтобы в нее попасть, необходимо собрать инициативную группу и обратиться к своему депутату с предложением о благоустройстве. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.